Привет моим подписчикам. Значит, по вашему голосованию основная тематика моего канала, которая вас интересует, это туризм. Ну, так как я сейчас не могу ходить в походы в связи с ситуацией, ну и все равно на ходу у меня родился такой, не идея к подкасту, а так случилось. Короче, порвался у меня шнурок, что в принципе может случиться и в многодневном походе, да, это очень большая неприятность. Конечно же, предусмотрительные походники, они с собой берут пару, ну или, а может и больше шнурков. Но если так совпало, что вы этого не сделали, но как готовящийся походник все равно возьмет с собой какую-то веревку. Вот вам и, как говорится, и вариант. Вот так и получается. Обрезаем веревочку, подплавляем концы, ну так не пальцами, прижимаем. И все. Вот вам шнурки готовы. Конечно, смотрится не камильфо, но в условиях похода, когда у вас врутся шнурки, вам какая разница, правильно? Ну еще такое, вот сейчас я шел по балочке, гулял за городом. Как говорится, у нас так балка расположилась, что там ребята стреляют, там ребята стреляют. Здесь как-то вот не было ни мин, ни блокпостов в этом, как говорится, пятачке. Вот здесь я и гуляю с этим вот придурком. Короче, нашел я, так идешь, и мусор бывает. Но это может быть и в глухом лесу даже случится. Я вам вот по моему опыту говорю. Кажется, там вот вообще люди не ходят. И все равно находится такой мусор. Ты думаешь, как он туда забрел? Вот забрел сюда вот этот кусок пенопласта. Вот на потолок такие квадратики вешают. Реально, вот садишься, и задница тепло. Сейчас на улице плюс 4 градуса у нас. Да отстань. Вот. И вполне комфортно я сижу с вами, общаюсь заочно. Ладно, всем спасибо. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Ну, если будет такое желание, ставьте лайки. Пока.